Ты прям серьезно настроен? Да. Ты прям реально серьезно настроен? Да. У нас позавчера был утренник в садике. Да? Да. И поэтому у тебя настрой серьезный? Как думаешь, на что ты расскажешь? На какую оценку? Я думаю, пятерку. На пятерку? Про что стихотворение? Про защитника Отечества. Про Родину. Про защиту Родины. Защитником Отечества. Защитником Отечества. Мальчики, парни, мужчины. Свет восходящей зари. Города старинной Болина. Узкие богатыри. Станьте опорой России, светлой надеждой страны, умной, доброй силой Родины наши сыны, чтобы всегда восхищаться. С вами Россия могла не нападать, защищаться. Землю свою сберегла, вашей сильной рукою мир надо нам сохранить, чтобы счастливой судьбой внукам и правнукам жить. Пять, с тобой. Ну что, ты думаешь, это пятерка? Да. Нет, это четверка. Почти с минусом, но четверка. Но ты сдал. Свободен. Спасибо. Ты доволен? Да. Так это же не пятерка. Как ты можешь быть доволен? Я все равно доволен. Молодец. Иди.